Все, красота. Да, воды налила вообще. О, солнце. Солнце? Все. О, класс, с обратной стороны. Стройка. Какие там поля зеленые. Какие разводы противные на это. О, какие машинки маленькие отсюда. Что ты там вызвал? Да. Приезд оплачен. Завтра будет не оплачен, если вы сегодня не оплатим. Камеру поставили. Я хочу в ту сторону пойти. Да, вижу. Подъезды изнутри. Снаружи нету входов подъезда. С точки зрения пожарной безопасности, это, конечно, полный трэш. Про то, что вход в подъезде изнутри. Тут еще у нас пекарня, которая снаружи. Но вход внутри тоже, в кухню. Давай. Вкусняшки. Давай, давай. Сегодня ты можешь выпрыгнуть с лестничной этой, которая у нас для нас второй этаж, но для внутренней площадки это будет гравл. Да нет, это жесть вообще, по-моему. Да. Хорошо, что у нас два выхода. Ну, фактически это через коридор. Да, но она же там. Этот первый выход. Вот три подъезда, мы в четвертом живем. Можно купить биткоины, продать. И не только их тетри. Тетри, будет говорю. Что? Я говорю, тетри. Эфир. Куда ты? Переход? Да. Блин, тут после дождя жесть. Это
на вечную дорогу. Нет, у меня даже фото есть ровно в организации этих людей. Да. Мне вот это нравится, которая цветная, когда так смотришь, но она отливает серебром. Это вообще моя любимая. Класс. Ну, ты черепашек панцирь. О, вот чуман была, смотри, есть какая. Это круто вообще. Смотри, это точно новое. Или нет? А, нет, 2022, но мы не знаем, когда 2022. Блин, классный арт. Да, мне тоже. Из Питер Пэна. Нет, ты знаешь, я так, даже так бы не нарисовала. Ну, пойдем на вечный огонь. Подожди, мы вообще где? В смысле где? Вот вечный огонь, левая сторона, это брусчатая улица. Мы можем сначала на вечный огонь подняться. Нет. Смотря как мы потом дальше пойдем. Вот это мне еще очень нравится. И вот эти. Их много здесь. Да, вот это круто. И помнишь, есть целый мурал на где? Абхазии. Или как это улица называется? Так, вот, мы сюда хотели, да. Вот эти мне нравятся здесь больше всего. Я помню, делала репродукцию. А? О, шикарно. Блин, там грязи под ногами. Это мои любимые вообще.
типа Дюрер, особенно там в начале. Вон еще классные мастерии, что мы оценили потом. Немножечко Дали. Тогда мы не пойдем покурить. А куда пойдем? Вау, как классно. Не пойдем туда? Али. Лень, ну ладно, пошли куда его. Там люди на кухне работают. Еда? Я хочу есть. У меня картошки такой сильный. Вообще, просто картошка. Да, вкусно выглядит. А вот это с курочкой вообще шикарно. Семларик. Бомбетто. Круто, круто. Спар. Классный туалет. Крылечко классное, с деревом на крыльце. Да, красиво. Высотные. Чем так вкусно плавать? Тут как едой пахнет. Мне надо зайти. Это все пережитки времени, когда мы в детстве играли в игры с компьютером. Я уже, ну, я никогда не знал, что... Ну, смысле, знал, точнее, но... А что ты сейчас мешаешь мне? Что? Так, ну надо тебе на ту сторону назад. Не знаю, хочется мне так. Вот,
да, помнишь, мы тут вкусно ели? Да. Ну, Вера. Не вредно. О, смотри, тут тоже хорошо. Венок опять с гелия это? Это как? А что там все? Ну, там все время что-то происходит. Yo, what's going on? Ужас, кто поставил эти уродские? О, это политика. Блять, это что? Мы что, в Витебск вернулись? Зачем вот эти вот заборы? Ужас, в таком красивом месте. Ужас, вообще, ужас. Куда? Блин, а так кроссовки почистила. А, смотри-ка, ты кто тут сидит. О, грибочки. Ну, кто ты? Злой или не злой? Приятно. Смотри, какой-то напряженный. Камера не нравится. Как тут красиво, класс, мне очень нравится. Что, вперед идем? Да. Джаз-бар, да. Я знаю, куда я хочу. Рядом с этим джаз-баром, там, помнишь, такой ресторанчик с внутренним садиком? Там такая... Как что-нибудь съесть, а то я такая голодная. Давай там сядем. Если там сухо снаружи, если нет, то пойдем дальше. Грэп или гол? Или граф? А? Граф или грэп? Что-то среднее. Граф. 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 Тут где-то, да? А. Ты не помню. Да, вон там вроде. А, тут. Ну, куда он белый здание был? Нет, это где-то не тут.
Нет, это не тут, нет. Пошли дальше. Возможно, следующий поворот. Мы ж тут были. Mm-hmm. Вкусно ели, пили. Ну понятно, но просто мы это днем делали. Да, да. Днем, наверное, мы один раз. Ну нет. Не один раз. Я помню, как я приехал сюда первый раз. А пошли во дворик за этим, раз уж мы. Видишься, угу. Ну там кроме интерьера ничего нет. А, да, тогда вообще непонятно было, где это, что это. О, там даже что-то такое на Ван Гога похоже, куст. Интересненько. Кича. Что? Что арабская? Куда это? Блядь, меня пугает этот. Что, там классно? Нет, я хочу, чтобы ты холл снял. Зачем? Бамбук. Пошли. Я не хочу снимать то, что мне интересно. Это страшно. Чувак, этот. О, как окошки открыты, классненько. О, что там? Что там? Что там? Что там за еда? Не знаю. Что-то грузится. Еще одна очередная бездарная экспатская кофейня. Вот, кажется, этот поворот. А? На площади что-то происходит, он перекрыт, по-моему. В республике? Хм, интересно, что там может быть. Митинг против зонтиков тех. Какие зонтики? Пивных. Я тогда буду участвовать. Сюда нам, что ли? Да, кажется, сюда. Кажется, сюда. Ну, тогда все. Ну, я есть хочу. Больше, чем митинговать. Погугли. О, вот он, вот он. А что там, нам мокро? Нет, едят. Все, пошли туда, хочу есть. Thank you.
Ну, типа для того... Ладно. Это на 3 секунды, поверь мне. Да. Я хочу пиццы. Нормально. Но если сейчас я посмотрю, если ее там мало, конечно, я буду прямо сейчас. Ты же знаешь, там ее просто может не быть потом. Все съедят. Странно, там сухо даже снаружи. А чем мы сюда пришли? Чем мы пришли сюда? Я хотела посмотреть, сколько нет слизи. Вон есть. А, нет, подожди. Блять, нет, одна сидит. Я говорю, хотел снять пиццу мою любимую. А ты будешь, кстати? Нет, конечно, не боюсь. Это хочу эрти-кола. Это такая специальная кола, эрти-кола. Вот это беда. Все, я буду два. Ты будешь, ну, помочь мне, да? Буду. Ну, два надо брать по-любому. Ну, главное, напиток возьму. Так, 10 ларечек. 7. А, вон готовится, да, иди сюда. Can I have all these two pieces? Видишь? Да, вижу, вижу. Выезжаю. Какой-то счастливый вид от этого. Твой размер? Да. Ну, только не выглядит клево. Поставили? Да. Я хочу что? Без носков все-таки. Потому что носки... Thank you.
Подожди, какой вот рост теперь? Ну-ка. Подожди, иди сюда. Ну ладно, у меня еще запас есть. Даша закупилась.